Июнь месяц обещает быть теплым. Дожди пройдут в основном первой и во второй декадах месяца. В связи с установившейся теплой погодой планируется к открытию 3 места организованного отдыха людей на водных объектах. Сохраняется и риск аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, особенно на электрических сетях. Продолжается активация клещей, в связи с чем прогнозируется увеличение числа обратившихся в лечебные учреждения. Берегите себя и своих близких.